Звук, вы в эфире. И надеюсь, вопросов будет по минимуму после этого. Но если будут, вы их задавайте. Так. Извините. Так. Класс, ну ладно, давай сначала. Вот это разговариваешь с кем-то? Да, у меня лекция. Ну что, начинается? Нет? Я запуталась. Я тоже. Я потерялся в происходящем. Алло, у нас были какие-то неполадки, друзья. Придется все повторить еще раз. Всем привет, меня зовут Ольга Ракаль. И со мной сегодня Денис Гаврилин. Мы, как это, два архитектора. Сегодня у нас такая завершающая, подытоживающая лекция по архитектурному блоку, потому что всю следующую неделю мы вам отдадим на проектирование и на конкретные консультации с нами. Вот, и, собственно говоря, я вещаю из интерьера, Денис вещает из экстерьера и той самой среды, как это, наружной и окружающей. Вот, начнем демонстрацию экрана и лекцию, по итогам которой, мне кажется, ну, будет понятно план на следующую неделю. Так. Слушай, а полностью мой экран виден, да, нормально, то есть без всяких вот. Вот так вот. Собственно говоря, любое пространство можно разложить на вот эти вот прекрасные 6 слоев, и это среда, это то, что вы уже выявили на анализе, это тот самый городской конструктор, где вы описали рельеф, ландшафт, климат, природу, все, что влияет, да, там, на породу деревьев. Это инфраструктура, это то, что вы расписали в концепте, в главах про стратегию развития, инфраструктуру, технологию, транспорт. Вот это все у вас тоже отражено, уже у вас это уже придумано. Это надо теперь как-то визуализировать. Морфология города – это то же самое, что и генезис города. Это говорит о том, какие типы объектов там встречаются, когда они могли появиться, какие времена, какие эпохи пересекаются в этом пространстве. Сервисы и услуги, и я на самом деле тут скрыла, тут еще было функциональное зонирование. Функциональное зонирование
скрыли мы преднамеренно, потому что нам кажется, что это уже идея 20 века, это модернистская идея, точнее, индустриального города, а экономика становится другой, экономика у нас постиндустриальная, да, там креативная. И, собственно говоря, сервисы и услуги, ну, или функциональное зонирование, которое было обозначено, оно возможно на территориях, например, в парке или на площади, да, где там как-то можно с этим работать, где есть оператор, там, то есть это какая-то дирекция, какое-то управление. Вот, а сервисы и услуги, у вас это тоже было отображено в стратегиях развития, в системах управления, в одном дне жизни в этом небольшом эссе и, например, на самом деле в ценностях. То есть как вы думаете, что человеку будущего может понадобиться? И стейкхолдеры. Стейкхолдеры, собственно говоря, это участники процесса, это ваш главный герой, антагонист, все общество и его ценности. И мы предлагаем вам, то есть мы, не знаю, мне кажется, сейчас я хотела бы выключить на секундочку презентацию, или что мы подумали, что, понятное дело, фактически невозможно воспроизвести, просто взять карту, спланировать весь город. Очень сложная, очень странная задача, и к тому же, ну, безуспешная просто потому, что мы действительно многого не знаем и не представляем, это слишком большая структура. Но нам надо будет визуализировать, точнее, вам надо будет визуализировать места действий, которые будут, как сказать, Денис, поддержи. Которые встречаются в вашем видео, в вашем сюжете. То есть ваши герои, они оказываются не в вакууме, они все время, ну или почти все время, которое вы нам показываете, присутствуют в контексте города. Причем не в одном месте, скорее всего, а в разных местах. Собственно, мы хотим, чтобы те места, которые вы будете показывать, они были нарисованы не случайно, да, и не просто как фон для ваших персонажей, а как часть города, который вы создаете, осмысленная и связанная между собой. Собственно говоря, это будет тот самый архитектурный блок, это визуализация и моделирование мест действий, где ваш герой будет находиться. Потому что у нас, во-первых, такая очень антропоцентричная школа, именно вот эта вот смена. И к тому же через его действия, через поступки, через его общение и через этот именно сюжет будет лучше понять, что же необходимо, какими объектами необходимо наполнить это пространство, из чего будет состоять ваше место действия. Mm-hmm. Пространство, там, условно говоря, уличное пространство, или скорее пространство внешнее, да, то есть это может быть, вы выберете какую-нибудь классификацию из улиц или площадь, не знаю, или что-то еще, может быть, это будет лес, парк, что угодно. А возможно... Крыша дома. Что еще, Денис? Крыша дома, говорю я. Крыша дома твоего, да, да. Балкон, whatever. Или, возможно, это будет интерьер, интерьер жилого или общественного пространства. Тоже это все зависит от вашего сюжета. Затем есть непосредственно здание. И у этих зданий есть форма, этажность, какие-то детали, то есть это окна, двери, витрины. Лища человека за историю существования сильно не менялись. Там всегда есть окно и дверь. Затем инфраструктура. Слово написано с ошибкой, но вы, надеюсь, разберетесь. И это на вашем месте действия наверняка обозначено какие-то, не знаю, инженерные коммуникации. Имеется в виду, если у вас солнечная энергия, наверняка там есть какие-то стойки с солнечными батареями. Или там наверняка есть столбы или не столбы, или как-то там это пространство освещается. Или там есть регуляторы дорожного движения. Наверняка там есть какие-то дороги, и они могут быть специально хитроустроены. Когда я говорю, ну, когда мы пишем дороги для пешеходов и транспорта, это могут быть монорельсы, это могут быть какие-то инновационные трамвайные пути или что-то в этом духе.
И, конечно же, это какая-то уличная мебель, уличное пространство, которое тоже как бы маркирует назначение этого места. Разумеется, это природная среда, возможно, в вашем месте действия видны горы, гора Фудзи, не знаю, там, или Арарат, или там есть какие-то невероятные высокие сосны. Вообще там есть какая-то природа, а может быть, наоборот, пальмы, и так мы понимаем, что вы на берегу Черного моря все это делаете. Я на этом моменте хочу сказать, что мне кажется, что много городов, которые у нас были представлены, они либо располагаются у воды какой-нибудь, там есть, по-моему, города и у моря, есть города у рек, и их в количестве есть, в каких-то более-менее радикальных местах, типа степей. Пустыни я не помню. Степей и Заполярья. И Заполярья. Часто, вот из того, что я сейчас наблюдал, у многих... вот этот момент природы, он забывается. То есть вы то, что на самом начале выбрали, и выбрали достаточно радикально, затем это уходит как бы на второй план, и неважно, хотя вообще-то взаимодействие с ландшафтом — это то, что, ну, определяет город. Поэтому сейчас самое время, собственно, восстановить эту связь с вашим контекстом, с вашей природой вокруг, и да, сделать упор на это. То есть если вы выбрали, что у вас город в пустыне, то, очевидно, в этом ролике и в тех местах, которые вы нам демонстрируете, ну, должно быть что-то очень специфическое, что-то, что действительно говорит нам о том, что это город в пустыне, и он как-то к ней приспособлен. Если это деревня в Гималаях, то там тоже должно быть что-то странное, что-то то, что характерно и нужно как инфраструктура именно в Гималаях, именно в горах, с этим климатом, высотой, там, уровнем кислорода. Это все. Если мы говорим о крайнем севере и Заполярье, то мы должны понимать, что, не знаю, возможно, там должны быть между зданиями переходы. Духи, по-моему, в Миннеаполисе, да, такие есть, Денис? В каком-то американском городе, по-моему, в Миннеаполисе. В Канаде есть. В Канаде популярный, я не помню, есть специальное название. Да, просто, собственно говоря, есть такие опыты, да, где там весь город соединен тоннелями наружными поверху, как бы такими кетвоками, так называемыми, по которым ты можешь гулять, перемещаться вроде бы как бы на улице, но на самом деле это такие классные коридоры. Мало ли, может быть, это выход, а может быть и нет, и не выход, потому что вообще-то в будущем будут классные новые материалы, классные новые ткани. И на самом деле ты будешь выходить в костюме типа акваланга, но тебе там будет в нем очень тепло, потому что там новые разработки. Пожалуйста. И, разумеется, сервисы и сценарии действия. Тут подразумевается, что, например, 30 лет назад сложно было представить, что в 2010-х годах, уже в 2000-х, самые, наверное, распространенные арендаторы — это будут магазины сотовой связи. И вообще популярность сотовой связи. Вот. Или, собственно говоря, подумайте, какие там, да, может быть, даже если там это кафе и еда, ну, какая она? Может быть, в этом есть что-то особенное, способ продажи ее, какие-то невероятные вендинги или, ну, что-то такое. Собственно говоря, какие-то услуги или какие-то специальные... рабочие прогулочные пространства, потому что люди уже не ходят в офисе, они где-то торчат везде по городу, на улице, и ты должен, можешь везде сесть и начать работать, и, возможно, работаешь уже не за компьютером, а за чем-то другим, да, то есть просто там, не знаю, какая-то голограмма как, чего-то, ну, то есть там какой-то минимальный носитель. Вот, пожалуйста, тоже об этом задумайтесь, и как... кажется, что это может быть похоже на что-то такое. Посмотрите, да, тут есть какой-то маршрут, есть обозначенные локации, и там какие-то небольшие тексты поясняющие. Вы тоже можете пользоваться поясняющим текстом, если хотите побольше рассказать и раскрыть, что вы имели в виду там, тем или иным. Давайте на этом этапе, я не знаю, может быть, у тебя презентации ты это предполагал, просто я сразу это добавлю, что, смотрите, у ваших... локации, про которые мы говорим, у них роль двойственная. С одной стороны, они являются локациями в вашем фильме и несут роль сюжетную. Они рассказывают нам о том, как
ну, вот есть некоторая драматика происходящего с вашим героем. Они в той самой жизни героя. Да, они как-то должны, ну, то есть вы через все эти места можете показывать какие-то эмоциональные состояния, да, то есть там есть пафосная сцена в каком-то пафосном месте, каком-то воодушевляющем, открытом, там, высоком, ну и так далее. То есть какие-то именно моменты драматические. А с другой стороны, эта задача чисто проектная, эта задача выявить в очень разных местах, в очень разных локациях ваш город. И исходите из этого, когда будете выбирать, что это за локации, думайте с одной стороны о том, как это работает на сюжет, а с другой стороны думайте о том, как это помогает вам представить город. Потому что у вас появляется возможность, вот те самые там условные 4, 5, 6 точек, которые вы нам покажете, это очень разные ракурсы на ваш город. Это возможность в совершенно разных ситуациях показать нам свой проект. Поэтому выбирайте их с умом. Да, собственно говоря, у вас будет действительно, каждая команда должна будет подготовить от 4 до 5 локаций, до 6 локаций, 4-6, 6 максимум, 5 минимум. Ой, извините, пожалуйста, 4 минимум, все, совсем запуталась. И да, это фон вашего сюжета, жизни персонажей, но именно через это, на этом фоне вы показываете всю инновацию, все свои проектные решения. Вы можете туда разместить все те объекты, которые бы вам хотелось запроектировать и показать их жизнь, их функцию. Посмотрите, даже на этих картинках это показано, да, то есть мы, в принципе, понимаем, что где-то это офис, который выходит на улицу, где-то это классная площадь, где-то это просто пешеходная улица. Классификация улиц – это то, что вам поможет, ну, если вы будете работать именно там с улицей, какие они бывают, пешеходные, аллеи, бульвары, линии, это что-то типа нью-йоркских или, не знаю, как в Петербурге, набережные, тупики, проезды, проспекты. В общем, это для вас как ориентир. И посмотрите, как улица, как она насыщена, да, там всегда есть, часто есть тротуар, есть какие-то места для того, чтобы присесть, отдохнуть, есть освещение, есть дорога для автомобиля, но, может быть, ее и не быть. Сейчас. Да, там, возможно, часть вашего сюжета будет там на каком-то перекрестке. Помните, что какие-то должны быть объекты, которые, да, там, дорожная инфраструктура, светофоры, магистральные фонари, что-то такое. Вот. То есть вы показываете какую-то уличную жизнь. А это то, о чем мы вчера говорили с Максимом, это профиль улицы, на котором мы видим, кто пользуется этим пространством, что где-то есть парковка, есть велодорожка, есть одна полоса, однополосное движение, точнее, по одной полосе в каждую сторону, и сколько занимает пешеходная часть. И обязательно, видите, размещен свет, который освещает и дорожное полотно, и тротуар. И есть, например, там деревья. Опять же, деревья, выбор ваших деревьев подчеркивает ту географическую локацию, ту климатическую зону, которую вы выбрали. Вот. Очень много самых разных. Это будет для вас как ориентир. Нам не нужно будет готовить вот такие сечения. Это тут, скорее, вы можете для себя такой прочертить, чтобы для каждой локации у вас это было. Вам это поможет сориентироваться, как вам потом это изображать. Картинки, смотрите, вы подобрали просто картинки, которые были сделаны от руки или по моделям. У вас будет отдельный блок про подачу. У вас будет целый модуль, который будет посвящен тому, как вы будете визуализировать это пространство. Задача этой недели – это сделать это именно в, ну, 3D-модели этого. Да, то есть, пожалуйста, посмотрите, как это может быть сделано. Я сразу понимаю, что это общественное пространство, скорее всего, выход из какого-то метро или небольшого вокзала. Там есть амфитеатр, где сидят люди. Вот те самые сервисы, по-моему, магазин цветов или кафе-мороженое, или кофе там где-то нарисованы. Смотрите, я сразу считываю жизнь и замысел. Да, там, или какую-то ярмарку,
собственно говоря, признаки классических публичных пространств, о котором вы всегда должны помнить, и которые должны считываться на вашем изображении. Доступность имеется в виду, что человек на любом, не знаю, как человек там, с особенностями развития, человек с ограниченными возможностями, то есть на инвалидной коляске, человек с чемоданом, родитель с ребенком в коляске, пожилой человек с палочкой или перенесший какое-то заболевание, может спокойно наступать, у него не будет супервысоких бордюров, непонятных, ничего такого, чтобы он мог споткнуться. При этом ему будет понятно, куда он может, куда человек может идти, а куда он не может идти. То есть понятно, очевидные входы, выходы, да, как-то вот. Mm-hmm. Комфорт. Все, что, друзья, вы представляете под словом комфорт, вы можете вложить свой... в свое изображение. Моя бабушка это называла правило 3П попить, пописать пирожок. В принципе, знаете, как-то можно на это ориентироваться, как ни странно. Понятно, функционал. Что это такое? Это площадь перед театром, это проспект, это стадион, это парк. Наполненность деятельностью, у вас там всегда будут люди, которые будут чем-то заниматься на заднем плане. Вы хотя бы, если вы не можете это нарисовать, вы можете это прописать. Здесь на траве у меня сидят, там, не знаю, запускают воздушного змея, а здесь люди работают, там у них встреча, это там офис на открытом, под открытым небом, whatever. Равенство участников, ну, то есть мы не выделяем какую-то группу по национальному признаку, половому, возрастному, то есть у нас нет сегрегации. Не возрастной, не какой другой. Свободный доступ к пространству. Я не знаю, чем это отличается от доступности, но, может быть, доступность подразумевается экономическую еще какую-то доступность. Безопасность. На самом деле забавно, что чем больше народу, насколько я понимаю, тем иногда это безопаснее, потому что есть общественные... Ну, да, это гуманистический тезис, да. Чем больше свидетелей, тем меньше желание совершать что-то противозаконное и непорядочное. Да, мне кажется, мы тоже вчера об этом говорили с Максом. То есть он про это говорил, про человека, который смотрит витрину, и как-то мне все автоматически начинают обращать внимание, потому что больше свидетелей. Может быть, это не имеет значения, не определяет, когда это какое-то большое митинг, шествие, празднование огромное, но, в принципе, в будний день и парк выполнен самыми разными людьми, или выходной день, и, скорее всего, любое правонарушение будет замечено, у него будет очень много свидетелей, поэтому вряд ли оно произойдет. И следующий тезис про то, что пространство должно занимать конкретную городскую территорию и давать возможность встречи с знакомыми людьми. Это является одним из основных тезисов и определения вообще, в принципе, города и городской среды. Это возможность встречи с незнакомыми людьми, общение с ними. И самые разнообразные контакты, ежедневные, то, что как раз выделяет городскую среду, отличает городскую среду от деревенской, да, потому что вы постоянно в любом магазине, супермаркете, вы видите просто тысячи людей в метрополитене, в транспорте, просто выйти на улицу. Это не только ваши соседи. Мы не стали давать просто перечисление всех городских пространств, потому что их очень много, и я думаю, вы можете написать их сами, будь то площади, парки, набережные, что угодно. Вот, и здесь, наверное, просто подобраны всякие картинки. Вот как выглядит, например, городское пространство. Кстати говоря, вечерние картинки важны, потому что мы понимаем, как оно освещается, как работает инфраструктура. Классно, когда есть разные сезоны, вы это показываете. И вот это вот жизнь сама на улице, которая дает мне представление, в принципе, о городской среде, по-моему, какого-то среднего американского городка, там, да, с витринами первых этажей, лоджиями, какой-то застройкой. Здесь мне все понятно, что есть небольшая сцена, какой-то деревянный настил, на котором можно валяться, и можно расставлять стулья, передвижная мебель и программировать пространство, как нравится. Такие маленькие скетчи.
Опять же, мы показываем вам скетчи, хотя понимаю, что у вас еще про скетчи, про подачи будет большой отдельный блок. Но... Да, говори. Ну, кое-что... Да. Знаешь, я бы еще добавил бы, что... Ну, это то, что уже говорилось. Мне просто хочется акцентировать на этом внимание, что видео и вот весь этот сюжет, он в первую очередь является инструментом проектирования вашего города. С одной стороны, он сам по себе ценен, но вы должны использовать его, чтобы проявлять свой проект. Что это значит? Это значит, что если у вас сейчас в сюжете весь, ну, просто для примера, что если сейчас у вас весь сюжет в основном протекает в чулане, то это, конечно, очень хорошо и, может быть, даже драматически обосновано. Но лучше, чтобы весь ваш сюжет не протекал в чулане, а протекал в тех точках, которые расскажут нам о городе. И если сейчас вы смотрите на ваш сценарий и понимаете, что этих точек, ну, они не очень хороши для того, чтобы показать проект, они или их мало, то подумайте о том, как изменить сценарий, чтобы вместить в себя эти точки. Это во-первых. Во-вторых, опять же, мы действуем не совсем как кино, хотя, возможно, и про, ну, я про кино в этом аспекте знаю мало, поэтому мне сложно судить. Да, то, что вы делаете, это фон. Но, тем не менее, проектировать это надо как бы серьезно. Вполне возможно, что большая часть того, что вы сделаете, не попадет как бы дальше в там, кадр или не будет как-то вами же использовано. Но для того, чтобы вот вы берете какой-то кусочек, начинаете его прорабатывать. Прорабатывайте его серьезно, вдумчиво. Уровень деталировки регулируйте сами, но старайтесь делать это, ну, не случайно. И чем глубже вы будете копать, чем глубже вы будете думать, тем лучше будет то, что вы делаете. Плюс то, что Оля показывала в презентации, образы рынка, образы, ну, в смысле, ярмарки какой-то или образы какого-то площади, на которой много чего происходит. Опять же, когда вы берете место, думайте о том, про что это место. Есть ли у него какая-то тема, есть ли у него какая-то атмосфера, есть ли у него какой-то, ну, дух, который вы хотите передать, и усиливайте. Наверняка в городах есть такие пространства, которые чем-то характерны. Может быть, это даже не центральная площадь, а скорее наоборот, там, где тусуетесь вы с друзьями. Но у каждого в городе есть, как минимум, вы можете найти и придумать про себя как минимум 5-6 точек, которые будут особенно отличаться друг от друга не только по составу зданий, потому что где-то там будет ДК, а где-то будет ваш дом, а где-то будет школа, но и что-то там будет еще. И посмотрите, как все картинки, которые у нас подобраны, это разные авторы, испанские, французские, американские, азиатские, да, какие-то там японские или корейские. И на самом-то деле та атмосфера, которая есть в картинках, она передает... Ну, то есть я могу сказать именно по среде нарисованных, хотя отрисованы, как правило, от руки, или по моделям обрисованным, что это город, там, тот или иной, ну, там, та или иная точка там, на глобусе. А, кстати говоря, еще у вас место действия может приходить на балконе или на террасе, и это можно, как сказать, вы можете показать вид сверху. Да, то есть и тоже сразу дает представление о городе, о пространстве его. Вот такого. Да, Денис, простите, я там перебила драматично. Нет, я, в общем-то, мысль подвел в конце, так что все отлично. Да, но ты вот очень прав, говоря о том, что, друзья, выбирайте правду думчиво и показывайте, то есть какие-то, да, про утрирование. Я тебя сбила, когда ты говорил про утрирование, что можно что-то... Да. Утрировать, да. Делайте... Характерно. Вот, наверное, хорошее слово – это характерно. У вашего места, которое вы показываете, должен быть характер. Далеко не всегда хорошо, опять же, когда мы рассказываем какую-то историю, чтобы фон, да, какой-то задний план бросался в глаза. Но в нашем случае, по тому причине, что мы делаем город, и наш проект – это город,
Наверное, фон должен бросаться в глаза. Наверное, то, что вы делаете, мы должны замечать детали, мы должны обращать на них внимание. Вот. Поэтому старайтесь их делать такими, чтобы они были вкусными, узнаваемыми, запоминались. И думайте о том, что места, опять же, то, что я говорил, что вы выбираете места как разные способы показать ваш город, поэтому эти места, они должны друг от друга отличаться, они должны отличаться и по назначению, и по расположению, и по... Это будет старый город, а потом это будет какой-то новый район этого красного, этого города. Да. Это, например, испанский проект, чем он для нас ценен? Во-первых, смотрите, глядя на пальму на европейскую архитектуру, я сразу понимаю, что это Испания. Хотя могла бы быть Португалия, но не она. А еще здесь цветом выделены объекты и дизайн, которые разработала студия. Чем это примечательно для нас, что у вас в проекте тоже должны быть объекты дизайна. Там тоже будут лавки на улице, автобусные остановки, киоски, что-то еще, какие-то небольшие строения, которые тоже будут очень говорящими. Помните об этом. Это тот слой, назовем его инфраструктурой. Как раз то, как вы можете, исходя из сценария, из планирования пространства, вы можете понять, какие объекты вам нужны. То есть, например, ярмарка, фестиваль или что-то такое, там, мы понимаем, пространство большой площади, торговля, значит, нам нужны какие-то павильоны, питание, еда, то есть это какая-то зона классных фудкортов, которая тоже может показать, культуру потребления еды через 50 лет. Это будут большие столы или это будут индивидуальные какие-то, да, вещи. Это будут также небольшие рестораны или это будут какие-то суперклассные фудтраки, какие-то суперинновационные, какой-то там раскладывающийся футуристичный, микрореставран. Массовое зрелище, это опять же, например, может быть, это какое-то будет новое строение сцены. Посмотрите, как вообще дизайн сцены, например, менялся, да, за последние там 100 лет. И вот как это, опять же, может быть визуализировано. Кстати говоря, здесь появляется у нас еще транспорт, и у вас будет отдельно блок дизайна, в рамках которого вы тоже будете разрабатывать концепцию транспорта, насколько я помню. Вот это у вас будет все впереди, и уже помещенный транспорт, мы понимаем, какое это время, какая это эпоха. Вот. Ну и просто какая-то жизнь в пространстве, которую мы маркируем. То есть мы, глядя на эту картинку, понимаем, что это не 19 век, что это, наверное, где-то, судя по архитектуре, начало 2000-х. Мы это улавливаем, хотя потому что у нас уже появляется гнущееся стекло вот на картинке. Вот. И, может быть, еще появится какой-то супермодный велосипед. Угу. Давай расскажем, наверное, в какой последовательности мы предлагаем действовать и что мы предлагаем по срокам для этого задания. Что у нас по срокам? Друзья, вся та неделя наступающая будет посвящена проектированию. Мы не будем вас дергать ни с какими лекциями, воркшопами, мастер-классами. Вы можете с нами консультироваться и спокойно работать над объектом. Результат этой работы, этой недели, должно быть спроектировано, замоделировано, например, в SketchUp'е или в каком-то удобном для вас софте. Просто, например, SketchUp я могу посмотреть, в другом софте нет. От 4 до 6 локаций. Вы должны понимать, что в последующем, когда вы будете уже делать визуализации вашей новеллы, у вас должна быть возможность самым разным способом поставить камеру. Поэтому я бы брала бы участок, не то чтобы побольше, но имела это в виду, чтобы вы не должны себя ограничивать потом в постановке кадра. То есть понимать, что у меня тут недостроено здание, поэтому не могу. Понятно, что у вас здания будут, те, кто на первом плане более проработаны, потом второй план и третий план, это могут быть просто уже какие-то адресы форум. Пожалуйста, вспомните все, что мы говорили, я говорила на микролекции про форму образования, надеюсь, вам это пригодится.
что еще? Я бы сказал, что какую последовательность вам необходимо действовать. Смотрите, мы вам показывали сначала вот этот маршрут из точечек. Первое, что вам необходимо понять, это, собственно говоря, из чего состоит ваш маршрут, ну, маршрут вашего героя. Вы должны обозначить и договориться между собой, какие точки он посещает. Собственно говоря, учитывая все то, что мы говорили о том, что эти точки должны представлять город и как соотноситься между собой. Затем вам нужно, прежде чем вы начнете моделировать, вообще всегда старайтесь так поступать, прежде чем начать моделировать, порисуйте ручками. Порисуйте, неважно, хорошо вы рисуете. Что? И воркшоп по архитектурной графике вам в помощь. Да, все так. Смотрите, мы не рассчитываем на то, что все наши участники там хорошо рисуют. Поэтому призываем вас рисовать, несмотря ни на что, несмотря на ваши исходные данные в этой области, потому что важно содержание. Вот на этом этапе важно... Уровень графики, это правда. Да, важно, чтобы вы думали с помощью руки, а не делали красивые картинки. Красивые картинки на данном этапе не важны. Вы договариваетесь между собой, там обсуждаете это вместе с кураторами, что вы делаете... Что, какие места вы делаете в конечном счете, как они выглядят, про что каждое место. Может быть, вы разделите эти места между собой. И... Может быть, вы разделитесь по группам. Кто-то из вас будет заниматься выстраиванием рельефа и посадкой деревьев, кто-то будет размещать на этом объекте инфраструктуру, не знаю, столбы, лавки и вот это все, а кто-то начнет и возьмет на себя проектировку зданий. Возможно, кто-то из вас будет делать здание просто форму, а потом, а кто-то следующий будет прорабатывать уже детали, окна и ну, делать просто масштаб да. другого. Да. То есть мы вам не задаем какой-то жесткой структуры, как вы именно должны это проектировать. Вполне возможно, что вы пойдете тоже как-то от... кто-то из вас решит, что он может вот про сюжеты и про человека и будет думать о том, какие сюжеты других каких-то людей могут развиваться в этом месте. Вы берете площадь, начинаете думать, а чем люди могут заниматься на этой площади? А давайте у нас будут люди, которые вот там, не знаю, собрались и в питанг играют, или чем там, или у них там какая-то, кто-то им фокусы показывает. Вот, ну, потому что мне кажется, что эта площадь должна работать вот так. Но, и опять же, и это человек, который думает о социальном как-то наполнении вкупе со всем тем, что вы придумали уже до этого, то есть как-то в эту область засовывает. Может быть, вы разделитесь прям по слоям, которые мы вам показывали в презентации, и каждый из вас будет как бы специалистом в своей конкретной области. Кто-то специалист в инфраструктуре, кто-то специалист в среде и... так далее. В общем, это на ваше усмотрение. Вам необходимо придумать, каким именно образом вы подходите к проектированию, как именно вы делите между собой роли, потому что здесь вам придется делить роли, это абсолютно точно, иначе вы просто не справитесь. Да, и помните, что в этом всем должно быть отражение вашей концепции, ранее описанной, вашего анализа и дня вашего героя. То есть, например, если мы говорим через 50 лет, и у вас есть там эко-повестка в ценностях, то было бы здорово видеть, что у вас там происходит с сортировкой мусора. Может быть, у вас какие-то там невероятные супер-урны, или уже не урны, а просто клапаны, или как-то вот... То есть мы видим там процесс утилизации, кто знает, да? Или какие-то размещения каких-то странных объектов, да? И мы понимаем, что вот он наступил тот самый момент, который уже, правда, наступил в Дании, когда да, там у нас мусоросжигательный завод размещается просто в самом центре и оказывается с классным скалодромом, не скалодромом, а горнолыжным спуском. Что угодно, но мы должны видеть через это, как сказать, трансляцию ваших ценностей, там, не знаю, это, там открытость, там, экология, там, не традицию кого-то, ну, кого-то было там да, про наследие, тогда друзья, мы должны видеть на картинках это наследие. И, собственно,
говоря, всю следующую неделю вы можете оставлять заявку кураторов, консультироваться с нами для консультации. У вас может быть достаточно просто план, который будет состоять из линии, точки и описания мест действия этого, не знаю, героя, да, и каких-то просто попыток расписать хотя бы по функции. Что здесь, наверное, у меня будет театр, потому что здесь будут какие-то зрелища, а здесь у меня будет вокзал, а здесь вход в метрополитен, а какой-то там новый вид транспорта, перемещения, телепорт, не знаю, что угодно. Ну, да, только давай, тут надо сразу просто... мне кажется, обозначить тот факт, что как-то вас много, а я одна. В смысле, что у вас не получится за неделю много консультаций провести. Одна. И всего это будет одна консультация. Это значит, что вы должны исходить из того, чтобы получить за эту консультацию как можно больше пользы. Чтобы получить как можно больше пользы, вы должны принести как можно больше материала. Можно прийти, как Оля сказала, с планом и с кружочками и понимать, что мы это обсудим, и все хорошо. Просто дальше вы останетесь как бы в одиночестве перед этой бездной, где вам надо дальше дорисовать сову. Вот. Как бы сделать все. Поэтому чем больше вы успеете до вашей консультации, чем больше вы нам принесете, тем больше фидбэка вы получите. Ну, может быть, он будет более вам полезный. Собственно говоря, мы ждем ваших вопросов. Присылайте вопросы, будем отвечать аудиосообщениями, чем-то еще через ваших кураторов. Мы открыты, мы понимаем, что задача большая, надо как-то ее, как-то понять, как ее начинать есть, с какой стороны к ней подойти. У вас будут все презентации, вам их разместят, их можно будет скачать. Надеюсь, они вам пригодятся. Вот. Ну что же, вы хотели мясо Рубилова? Как это? Вы хотели пати? Нет вопросов? Нате. Все? Я думаю, классного вечера рабочего. Начинайте обсуждать. Да. Все. Обсудили. Успехов. Да. До свидания.